Можно чуть погромче говорить, чтобы слышно музыку немножко. Лайман, Исмаил, мы вас приветствуем. Все российские, даже не российские, а русскоязычные любители бокса вас приветствуют в Москве. Лайман, от себя лично хочу выразить уважение, глубокое уважение тебе за то, что ты делал на ринге. Мне очень нравится, как ты боксируешь, как ты не сдаешься. Ты настоящий боец, и ты один из бойцов, которых я уважаю. Нам присоединяется Джеймс. Three heavyweights. Мы благодарны Джеймсу, что он пришел к нам в гости в наш регион. Лайман, я выразил тебе уважение, на самом деле это от чистой души, от всего сердца. Я преклоняюсь перед тобой, как перед бойцом. Хотел бы задать тебе немножко в прошлое вернуться. Хотел бы спросить тебя, я видел твои поединки в любителях против того кубинца, как это называется, Феликс Салон. Я had the flu. Да, он имел грипп, когда боксировал. Да, он, по-моему, там нокаутировал, да? They wouldn't let me take medicine, I had the flu. Ему не разрешили принять никаких витаминов, но никаких таблеток, как простуды. Короче, Салону повезло, я так понял, да? Сейчас мы заканчиваем. Хотел спросить, трудно ли было тебе победить Владимира Кличко? И правда ли, что вот когда он говорил, что не ты как бы его победил, а виной тому, что там подмешали что-то в бутылку, твое мнение со всеми вами? Он постоянно, это все неправда, он наносил мне удары, сбивал его дыхание. The proof is in the pudding. Watch the tape. Yeah. I mean, he was throwing all those punches and he punched himself out. But nobody, I mean, all his fans, they don't accept that. I mean, he punched himself out. And I was hitting with body shots. Все, кто знает доказательства на его видео, он его сбил дыхание, работал по животу, убил его. Все, кто присутствовал, этому доказательству, подтверждают, что он выиграл. Вам нужно уезжать, у него
последний вопрос. А вот второй бой, ты был травмирован, у тебя с глазом проблемы. Нормально ли это было вызвать тебя на бой? Ну, второй бой, он же реванш был. No, I was off for a year and a half, and out of that year and a half, a whole year I was in a hospital. When I came out of the hospital, they paid me extra not to have a tune-up. They didn't even want me to have a tune-up. So I was very rusty going into the fight because they knew that he that's the only way he could beat me. Они ему заплатили как экстра деньги, потому что не нужно было. Я не знаю, потому что у них хорошие фильмы. I was laid down for a whole year, and then you think in just like 3 months I'm gonna be able to go and train and get in shape? It's impossible. Лайман, в любом случае прими наше уважение, да. Вам нужно ехать, да. Но я думаю, мы продолжим это интервью. Thank you. Спасибо большое. Спасибо. Что-то на память.